Привет! С вами канал «Эстаблок о звездах». Максим и Лиза Галкины с удовольствием полюбовались природой у родного замка. Гарри и Лиза, как их звездные родители, очень любят цветы, поэтому их очень много растет на их приусадебном участке. Лиза, как обычно, отличилась, так как с легкостью называет все названия цветов и кустов, которые растут во дворе. Мы с Лизой будем смотреть, какие цветы у нас выросли и как они называются. Пожалуйста. Да? Это... А, точно! Каланхоя Блосфельда. Каланхоя Блосфельда. Вот это у нас нарцисс ложный. Так, а это? А это... А, точно! Это колокольчик Пожарского. Ага. Слушай, а вот это что? А вот это? Это рябчик шахматный. Это... гиацинт восточный. А это гиацинт этот... Точно! Я вспомнил! Это гиацинт мышиный. Гиацинт мышиный. Барвенок малый. Точно. Первоцвет мелкозубчатый. Ага. Это селезенки обыкновенный. Это гусиный лук желтый. Бересклет крылатый. Розы-розы. Гортензия. Барбарис. Форзиция. Барбарис. И спирея белая. Это пролеска сибирская. Это... как это? А, точно! Это магония подоборисная. Первоцвет обыкновенный. А девочка у нас необыкновенная. Делитесь весенним видео, жмите на колокольчик и подписывайтесь на канал.